В Магадан крадется зима. Управлять автомобилем во время снегопада становится сложнее. С 12 по 19 октября 2020 года на территории региона зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, при которых 11 человек получили телесные повреждения. В снегопад зафиксировано 3 происшествия, где пострадали 3 человека. По словам сотрудников ГИБДД, владельцам автомобилей необходимо своевременно менять летние шины на зимние, а также соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах в непогоду. Правило 10.1 предписывает водителям учитывать дорожные метеорологические условия, в частности видимости и направления движения. Скорость водителю должна обеспечивать постоянный контроль за управлением транспортного средства. Для повышения безопасности дорожного движения на территории Магаданской области до конца 2021 года дополнительно установят 11 светофорных объектов. Над нерегулируемыми пешеходными переходами оранжевые огни будут мигать в постоянном режиме, тем самым привлекая водителей и предупреждая, что дорогу могут переходить пешеходы.